вот мы уже добрались до полуфинала Кубка Чемпионов. Мы посмотрели уже довольно много игр, хороших и не очень, но от полуфинала всегда ждем большего. Вот и сегодня мы надеемся, что команды покажут футбол высочайшего уровня. Посмотрим на состав Лацио. Удар по воротам. А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! Очень ненадежная работа защиты, и нельзя вот так вот позволять, чтобы расстреливали твоего голкипера. Отличная атака, отличный гол. Да, к защите тут большие вопросы. 1-0. Сейчас будет веселее. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Кейн. Может получиться интересная атака. Отличный отбор. Но кому достанется мяч? Потеря. Поль Погба. Кейн. Погба. Манчестер идет вперед. И это должен быть гол! Удар от ворот. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Морган Шнайдерлин. Какой-то, знаете, между собойчик. Надежно играет защитник, атака прервана. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Решил пробить. Все на изготовку. К угловому готовь. Морган Шнайдерлин. Очень неточно. Даже заострять внимание не хочется. Это может быть опасная атака. Отличное оборонительное действие. Только что я говорил об их атаке, теперь уже надо переключаться на анализ оборонительных действий. Эту передачу надо было перехватывать, иначе могли возникнуть проблемы. Удалось нейтрализовать атакующего игрока, кто будет первым на мяче. Положение вне игры сигнализирует Лансман. Поль Погба. Обратный пас. Очень быстро сыгран. Отобран мяч. Надо возвращаться. Поль Погба. Морган Шнайдерлин. Хороший пас во фланг. Душсанту Шавейру. Гол! 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 Такие не берутся. Когда летит такой мяч точно в девятку, у голкипера нет шанса. Вот что значит индивидуальное мастерство. Буквально пара финтов, и защитник остался не у дел. Да, оборона начинает давать сбои. В таких случаях, конечно, надо страховать. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Мемфис Депай. Манчестер Юнайтед атакует. Душсанту Шавейру. Мяч у вратаря. Можно начинать свою атаку. Отлично выбрал позицию и перехватил пас. Манчестер в атаке. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется?
Очень качественный. Команда возвращается после перерыва, звучит свисток и стартует вторая половина полуфинального матча Кубка Чемпионов. Теперь команда не имеет права на ошибку, даже малейший промах может стоить им место в финале и шансы на получение Кубка. Погба. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Кейн! И голкипер вступает в игру. Можно выдыхать. Соперник подаст угловой. Надо быть внимательнее. Мемфис Депай. И упущен. Отличный шанс забить. Хорошая была атака. Да, что-то недоработали в этом эпизоде, ребята. Посмотрим за этой атакой. Хорошая игра защитника, чисто сыграно. Мяч покинул пределы поля. Бросил сразу, как только мяч попал к нему в руки. Замену готовит тренер гостей. Да, это должно освежить игру, ну хотя бы немножко. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Поль Погба. Манчестер идет вперед. Момент для удара. И он забивает. Долго собирались игроки на эту комбинацию, но пас в итоге получился просто великолепным. А мяч забил, кстати, капитан команды. Ну, он красавец, он же должен быть лидером клуба, и поэтому ведет за собой своих партнеров. Уходит он на замену. Хороший матч провел, тренер, видимо, решил дать ему отдохнуть. Команда сегодня забивает много, уже 3-0 счет, и матч еще не закончен. Бастос. Морган Шнайдерлин. Такими действиями игру не обострить. Мемфис Депай. Морган Шнайдерлин. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Момент! Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Люк Шоу. Мяч летит в штрафную площадь. Вратарь решил отбить мяч. Опасная передача. Неудачный навес. Вратарь без проблем забирает мяч. Хотел сделать футболист рывок, но поторопился. Офсайд. Филиппе Андерсон. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Бездарная атака получилась. Теперь надо снова отвоевывать себе мяч. Мауро Икарди. У бровки тренер вместе с игроком, который должен появиться на поле. И, возможно, в следующей паузе как раз у хозяев будет замена. Опасно! Опасно! Нет, рядом со штангой. Пошли последние 10 минут игры. Филиппе Андерсон. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Может получиться интересная атака. Удар по воротам. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? И вот потери в центре поля. Пока неплохо. Навес. Защитник хорошо разобрался, не дал пройти этому навесу.
Пошла последняя минута основного времени матча. Манчестер в атаке. Надо забивать! Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Вот и все. Посмотрим.